В 11-й школе города Видное утреннюю зарядку провели для учеников вторых классов. Ребята собрались в спортивном зале, где активисты из российского движения школьников подготовили для них танцевальную программу. Мы актив школы, и мы всегда проводим какие-то подобные мероприятия либо для всей школы, либо же только для младшей школы. Мы очень любим их радовать, делать какие-то приятные сюрпризы, чтобы им было весело. И вот накануне Дня здоровья мы тоже решили провести веселую зарядку для них, чтобы они немного повеселились и с утра поднять им настроение. Мальчики и девочки повторяли зажигательное движение за старшеклассниками и преподавателем физкультуры. В школе развито дополнительное спортивное образование. Многие учащиеся посещают секции волейбола и баскетбола и добиваются высоких результатов на окружных соревнованиях. С большим удовольствием ребята на переменах занимаются спортом, приходят подтягиваться или отрабатывают, забивают мячи в ворота, и также теннисом на переменах занимаются, настольным. Начиная свой день с зарядки, можно получить заряд бодрости и хорошего настроения. В 7-й школе ее решили провести на улице. Здесь в мероприятии принимали участие 5-е и 6-е классы. Вместе с ними выполняли упражнения их учителя, а также директор образовательного учреждения. Дети должны и кушать хорошо, и двигаться, и это помогает не только физическому развитию, это помогает еще и мыслить правильно, развивать и разум, поэтому я думаю, это да, очень важно, всегда важно. Несмотря на прохладную погоду, никто не замерз, ведь ребята на протяжении целого урока активно двигались. У всех на лицах были улыбки, оно и понятно, впереди школьников ждут весенние каникулы. Мне очень понравилась эта зарядка, так заряжает на весь этот учебный день. И мы сможем закончить благодаря этой зарядке эту четверть. Также в школах прошли классные часы на тему здорового образа жизни и правильного питания. Дмитрий Книга, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ.